За счет чего факел столь уверенно победил такого серьезного соперника? Ну, за счет команды. Мы командно действуем очень организованно, и как одно единое целое. И это уже не первый матч, но сегодня он вылился в забитые мячи, и мячи эти рабочие, и ребята полностью с первой минуты до последнего была целостность команды. И в атаке, и в обороне, и мы вели игру с первой минуты, выиграли уверенно, еще были моменты, но молодцы, молодцы, это команда.